была сетка. Так, так. А там брама была, не? Да. На концу была брама. Убрали. Але была брама? Была, была. Жил мой друг Вова Барашкин и штурман первой эскадрильи Кальницкий Сергей. Он это видео увидит, он жил в этом доме. Пойдем. Так. Так. Стопочеме. Так, а здесь солдатская чинная была. А с другой стороны было общежитие доработчиков. И там комендатура. Да? Угу. Так. Угу. В этом доме жила Наталья Федоровна Ефимова. Она очень ждет, когда я приеду и покажу ей видео. Сейчас мы подойдем к ее окнам. А здесь было общежитие доработчиков. Здесь было общежитие вольнонаемных, и вот в этом месте, вот здесь в этом месте был еще маленький бассейн. Там был большой бассейн, а здесь маленький. Wejście było tędy? Juri? A? Tędy było wejście? Tak. Tędy do domu, tak? Główny wchód był tutaj. Федоровна, я приветствую вас в Жигане, около вашего дома, пожалуйста. Вот мне подарили буханку хлеба на пекарне. Подходим к клубу. Помним клуб и где работала моя жена.
для нее сейчас маленький репортаж, чтобы меня машина не сшибла. Подходим к входу в клуб. Очень красиво все стало. Попытаем счастье, может быть, Ксенс на месте.